Здравствуйте! Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. Эти замечательные слова Льва Николаевича Толстого говорят нам о том, что ни одно из благ, имеющихся у человека, не заменит ему того счастья, которое ощущается у его домашнего очага. Ведь родной дом – это та надежная гавань, где каждый из нас, чувствуя душевное тепло родных и близких, заряжается энергией для нового дня. О семейном счастье говорили и на уроке самопознания, который состоялся у учеников 11 класса 18-й гимназии города Алматы. Я счастлив, когда я люблю и меня любят. Я счастлива, когда я в кругу своих близких друзей. Я счастлив, когда я со своей семьей. Я счастлив, когда у меня и моих близких хорошее настроение. Я счастлива, когда праздники с родными. Я счастлива, когда все мои друзья, родные и близкие находятся в добром здравии. Я счастлив, когда мои родители здоровы. Я счастлив, когда родные ждут меня дома. Я счастлива, когда иду с друзьями гулять. Я счастлива любить и быть любимым. Я счастлив, когда приношу людям пользу. Я счастлива, когда счастливы мои близкие. Я счастлив тогда, когда мои все близкие люди здоровы. Я счастлива, когда мы всей моей большой семьей собираемся дома. Я счастлива, когда провожу время со своей семьей. Я счастлива, когда моя семья здорова. Когда вы говорили о счастье, но у многих из вас прозвучала фраза, касающаяся семьи. И сегодняшний наш урок посвящен теме «Семья». Урок я хочу начать с такого четверостишья. «Семья – это святое слово, и обижать его нельзя. В нем наши корни, наша сила, наши заветные слова». А теперь я хочу спросить у вас, что в вашем понимании «счастливая семья»? «Счастливая семья» – это когда в семье царит любовь и понимание. «Счастливая семья» – это когда о тебе заботятся и всегда ждут дома. «Счастливая семья» – это когда ты готов помочь своим близким и родным в любой момент. «Счастливая семья» – это когда тебя готовы поддержать в любой ситуации. «Счастливая семья» – это когда тебя любят и принимают таким, какой ты есть. И когда все твои близкие здоровы. Действительно, ребята, совершенно верно. Для каждого из нас понятие «семья» – это самое дорогое, самое важное, потому что семья – это та ячейка, с чего мы начинаем свою жизнь. Цитаты нашего сегодняшнего урока я взяла слова Феликса Адлера. Инна, прочитай, пожалуйста. Семья – это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества. Феликс Адлер. Хорошо, Яна. А теперь скажите, как вы понимаете цитату? Я понимаю это высказывание таким образом, что семья является ячейкой общества, которое его строит. В моем понимании эта цитата означает, что семья – это кристалл общества. От воспитания семьи зависит то, как человек будет вести себя в обществе, потому что главные качества человека закладываются в семье. Ребята, вы абсолютно правы. Действительно, благополучие нашего государства, нашего общества зависит от состояния и благополучия нашей семьи. Именно в семье закладывается основа всех основ. Именно в семье человек получает воспитание, любовь, с которым он идет в общество. А теперь, ребята, я хочу вам показать небольшую видеопритчу и прошу, чтобы каждый из вас нашел смысл в этой притче. Крепкая и дружная семья, где царит гармония – основа сильного государства. И не случайно тема семейного счастья рассматривается в 11 классе, ведь подростки уже стоят на пороге большой жизни. И на этом этапе важно им объяснить, насколько ответственно нужно относиться к созданию своей семьи и уметь выстраивать доброжелательные отношения с близкими. Об этом говорилось и в видеопритче, продемонстрированном на уроке. Ребята, мы просмотрели притчу. Я хочу, чтобы сейчас вы поделились своими мыслями. Любые взаимоотношения строятся на понимании и уважении друг к другу. Как ты относишься к человеку, так и человек относится к тебе. В этой притче говорилось о том, что в любой ситуации можно найти компромисс. Главное, чтобы оба человека этого хотели. Для того, чтобы семья была счастливой, каждый член семьи должен уметь объективно воспринимать критику в свой адрес и признавать свою вину. И тогда в такой семье будет царить гармония. Только в семье, где достигли взаимопонимания, может царить спокойствие. Просмотрев эту притчу, я поняла, что прощение не всегда просит тот, кто виноват, а тот, кто хочет сохранить хорошие отношения. Ребята, действительно, все сказанные вами слова подходят теме нашего сегодняшнего урока самопознания. Но мы сегодня поговорим с вами о вашей будущей семье. Вы уже взрослые юноши и девушки. И стоите перед порогом
взрослой жизни. Я и ваши родители желаем, чтобы ваша семья была дружной, счастливой. И, конечно, это зависит многое от вас. Сейчас я предлагаю поработать над темой кластера в групповой работе. Каждая группа получит задание, вы поработаете над своим кластером и в завершении должны будете защитить. Уже совсем скоро эти ребята окончат школу. Но примечательно то, что все 11 лет эти дети постигали гранит науки параллельно с предметом самопознания. И, как отмечают будущие выпускники, так называемые уроки мудрости научили ребят прислушиваться к внутреннему голосу, принимать правильные решения и уметь справляться с трудными жизненными ситуациями. Я изучаю предмет самопознания с первого класса. Я считаю этот предмет очень важным, потому что с помощью самопознания я смогла развить свой духовный мир. Предмет самопознания помог мне раскрыть качества, кто я в этом мире, какую роль я играю в обществе и как нужно себя вести в обществе. С помощью урока самопознания я стала терпеливой и более с добротой относиться к людям. Урок самопознания сыграл очень решающую роль в моей жизни, так как в 11 лет я осталась только с папой, и за счет урока самопознания я поняла то, что семья и мои близкие люди – это те, кто меня воспитывают. Я поняла то, что любую проблему можно в жизни решить, если веришь в себя и веришь в своих близких. Наша группа составила формулу семейного счастья. Рассказ Анны Каренина начинается со слов: «Все счастливые семьи счастливы одинаково, а все несчастные – несчастны по-разному». Это высказывание прекрасно передает принцип семейного счастья. Рецепт семейного счастья – это любовь. Но этот рецепт невозможно написать. Он приходит свыше. Семейное счастье – это когда супруги любят друг друга, и их дети растут в любви и тепле. Любовь нельзя заменить никакими материальными вещами. Любовь – это самое главное в жизни. Основа крепкого дома – это его фундамент. А основа семейных отношений – это любовь. Любовь можно и даже нужно укреплять и развивать. И ведь на самом деле формула семейного счастья довольно проста. Она заключается в любви к своим близким, заключается в ответственности за свою семью, в доверии и уважении друг к другу. Сегодня мы хотели бы вам рассказать про семейные обязанности. И в первую очередь хотелось бы сказать о том, что сейчас, в 21 веке, семейные обязанности немного изменили свое значение из-за упрощения быта человека. Наблюдения показывают, что в счастливых семьях распределение семейных обязанностей происходит естественно, как бы автоматически. Все это связано с развивающимся изменением быта. Гармония будет в той семье, где супруги готовы друг друга поддержать и не будут перекидывать друг на друга семейные обязанности. Но в большинстве случаев мы все равно можем наблюдать, что большинство семей придерживается старой схемы распределения семейных обязанностей. Грубую работу, связанную с подниманием тяжелых вещей или ремонтом, выполняют мужчины, а уборка, глажка и готовка выполняют женщины. Ну и в общем хотелось бы сказать, что семейные обязанности не должны, как бы глупо ни звучало, никого обязывать. К этому должны приходить в семье вместе для того, чтобы никому не было трудно выполнять ту или иную задачу. Сегодня мы хотим рассказать о некоторых качествах, которым следовало бы обладать половинкам, которые хотят, чтобы в их отношениях царила гармония и любовь. Итак, во-первых, важно верить в человека и верить в то, во что верит он. Когда человек находится в поисках второй половины, он должен задать себе вопрос, что я могу дать этой второй половине и какие качества эта половина может развить во мне. Важно, чтобы близкие друг к другу люди имели друг к другу понимание, уважение и ценили друг друга, ценили то, что они есть друг у друга. Ребята, столько было очень интересного сказано вами. Я надеюсь, что в завершении урока каждый из вас сделает свой определенный вывод. Частицу нашей темы он возьмет в свою жизнь. Я желаю, чтобы каждый из вас создал счастливую, дружную, понимающую семью. И завершить сегодняшний урок я предлагаю песней о семье. Моя семья, а с нею я, и счастья большего не надо. Моя семья, моя семья.
моя семья.